Всем привет, с вами Викторович. Сегодня у нас средней сложности паркохозяйственный день. Будем менять тормозные колодки, диски, там еще стоечки стабилизатора посмотрим, небольшое ТО под капотом. Начнем с тормозов, а остальные действия будут в других видео отдельных, ссылочки будут в описании. Перед заменой тормозов сделаем такие два небольших теста. Ну, тесты так, больше для себя, больше для демонстрации того, что что-то получилось, что-то нет. Во-первых, первый тест на эффективность тормозов, то есть разгоняемся, скажем, до 40 км в час и начинаем тормозить. Не экстренным, а просто как обычно при езде в городе тормозим и сравнить на старых тормозах и на новых. Ну и второй тест, насколько тормозные колодки в отпущенном состоянии все-таки притормаживают колесо, потому что зазор мизерный, и кто-то думает, что это таки влияет на скорость движения. Просто разгоняемся, скидываем на нейтралку и смотрим, сколько машина прокатится на старых тормозах и на новых. Поехали! Так, первый тест. Эффективность торможения. Смотрим, 40, и начинаем тормозить. Ну вот, примерно до центра занятости доехали. Покажи центр занятости. Поехали, просто на нейтралочке прокатимся. Так, и второе просто на нейтралочке тоже. Вот. 40. Катимся. Ну так мы далеко укатимся. Скорость даже не падает. Это неинтересный тест был. Ну, в общем, тест на сопротивление в спокойствии, на сопротивление покоя тормозов движению, можно сказать, не пройден. Скорость вообще не падает без тормозов. Ну и ладно. Это было не столь интересно. Поехали в гараж. Тормози. Так, меняем колодки и тормозные диски. Значит, вот такие колодки. Brembo. Вот номер запчасти. И вот они такие. Внутри колодки как колодки обычные. И тормозные диски. Вот. С проточками. Ну, якобы для теплоотвода и лучшего отвода грязи отработанного фрикционного материала. Но об эти проточки колодки быстрее изнашиваются. Вот, значит, номер тормозного барабана. Вот он. Ну, я потом в комментариях укажу их. Все, значит, сейчас приступаем. Я покажу на одном колесе, а второе аналогично. Ну, для начала снимаем колесо. Так, снял колесо, снял суппорт. Вот, его держит вот два такие болта под шестигранник. Сзади открутил. Еще снимаем вот этот вот болтик. И тормозной диск у нас в руках. Этот болт
Так, придерживает диск. На левом колесе он у меня вообще сорван. Так что это не страшно. Ну что ты? Опа. Все. Диск уже с нами. Так, и еще при этой процедуре обязательно осматривайте состояние тормозных шлангов. Всякие шишечки, трещинки. Ну, тут у меня новые тормозные шланги. Вроде бы в нормальном состоянии. Так, диск мы сняли. Еще я хочу поменять вот направляющие суппорта вместе с пыльниками и пружины. Ну, снимаем колодку. Вот, колодочка уже стерта. И внутренняя тоже. Это не колодка, это уже... Ну, эти колодки прошли уже 40 тысяч. Надо было меня чуть раньше. Я немножко упустил этот момент. И пружины. Пружины у меня просто какие-то... Пружины у меня просто кривые, ржавые. Поэтому я решил их поменять. О, вроде купил другие. Сейчас сравним. По две пружины на суппорт. Ну и еще я буду менять направляющие суппорта и пыльники направляющих. Поэтому разбираю это все полностью. Вот скоба. Вот тут направляющие суппорта. Так, снял скобу суппорта. Снял старые направляющие. Направляющие удерживает пыльник. Сейчас меняем пыльники и направляющие. Ну, пришлось разорвать. Берем вот пыльничек вот этим толстым концом. Вставляем в скобу. Расправляем. Все, он там удерживается. Дальше. Новое направляющее. Берем вот такую вот смазку для тормозных механизмов. Что это такое? Жижа какая-то. Смазываем. Вставляем, и чтобы пыльник вот тут тоже зацепился. Все. И вторая. Где же она? Вот она. Маска. Машина как женщина. Любит ласку и смазку. Все. Дальше берем старую майку. Можно трусы жены. Можно свои трусы. Все, максимально очищаем. Посадочные места пружин. Пружины удерживают колодки. И берем новые пружины. И устанавливаем. Ставим вторую пружину. Тут вот есть такие направляющие. Так что... Сложно установить неправильно. Опа. Так.
Пружины установлены. Можно уже потихоньку собирать. Компрессор у кого-то включился. Так, очищаем здесь. Тоже чистим от остатков фрикционного материала. Так, ну и прикручиваем направляющие. Вот скоба движется. Прикручиваем, затягиваем и тогда устанавливаем колодки. Так, значит, вставили колодки в суппорт. Суппорт прикрутили на место. Ну, естественно, что более толстые новые колодки сложно поставить на более толстый новый диск. Значит, перед этим вот таким вот инструментом сжали тормозной цилиндр, и места было достаточно. Вот. Сейчас можно нажать пару раз тормоз, посмотреть, как это все функционирует. Педаль тормоза в салоне. Вот. И можно собирать. Ну, в принципе, что? Ну, как известно, новый тормозной диск, новые тормозные колодки. Им нужно некоторое время, чтобы они притерлись, начали работать на 100%. Поэтому сразу не будет аж такой тормозной эффективности, и лучше сразу не душить. Вот. Ну а теперь давайте сходим еще сравним старые и новые колодки и диски. Идем. Ставим циркуль. Так, ну вот, можно сравнить по толщине. Видно разницу? Вот. Новая колодка и старая, 40 тысяч прошла. Разница так ощутимо в два раза. Вот. Ну и... Ой, зачем новую в снег кидать? Посмотрим толщину тормозного диска. Так, у старого 19,5. Есть, да? У нового 20-10 миллиметров. Ну и еще сейчас попробуем еще один сравнительный эксперимент. Ты ходишь за мной. Весы кухонные. Так, где бы нам их заинсталить? Сейчас попробуем. Мы старый диск, старый. А мы старый будем взвешивать. Ну, а потом так, новый диск весит. Чё? Это что такое? Ну, 3 килограмма 900 грамм. Старый. 3600. Ну, думаю, понятно, как, насколько интересно сносился. Ну и даже есть небольшой, ну так на видео не будет видно, есть небольшой бортик уже по краю старого диска. Ну, левое колесо аналогично, это мы уже показывать не будем.
Полиция ловит нарушителей. Ловили где-то в другом месте. Это просто те, кто не по своей полосе поехал тут. В эту сторону нельзя ехать, так они пасутся. Вот, блин. Так, едем, сделаем финальное тестирование. Как вы помните, разгоняемся до 40, начинаем тормозить. Где мы тут начинали тормозить? Где-то отсюда. Ой. Все. Все, поехали. А в прошлый раз где мы остановились? Центр занятости. Вот аж. Сколько это метров? Метров 20. Вот примерно здесь. Вот так вот, мои дорогие. Ну что ж, ремонт тормозов прошел успешно. Всем спасибо. Подписываемся, ставим лайки. Всем чистого неба. Короткого тормозного пути.